Очередное ДТП произошло сегодня на проспекте Абулхаир-хана. Сразу три автомобиля стали участниками аварии. Жертв и пострадавших нет, но вот автомобили Volkswagen Jetta, Lada Priora и Volkswagen Golf 3 получили значительные повреждения. Volkswagen Jetta, за рулем которого находился пожилой мужчина, сам с места происшествия уехать не смог. Его автомобиль получил наиболее сильные повреждения. Также, по словам свидетелей, именно водитель Volkswagen Jetta стал виновником аварии. Мне надо было повернуть это налево, стоял, машину пропускал. Здесь это... А тут Jetta поворачивает, не пропуская Приору. Приора врезается в нее, короче, и кидает ее на меня. Там небольшая скорость была. Просто видишь, он ему как перед ним, считай, вывернул.